Плохие дороги, агрессивное вождение, нарушение правил дорожного движения, к сожалению, превращаются в большую беду Ярославля. Среди прочих, парковка в неположенном месте. Очень распространенное нарушение. На Московском проспекте у автобусных остановок за порядком следит наша съемочная группа. Водитель Илья спешно возвращается к своему автомобилю. На вопросы уверенно заявляет. Но я не мешаю транспорту общественному. Я больше не вижу места для парковки. Но то, что нельзя правила запрещать. Ну что ж делать, приходится нарушать. Еще несколько минут, и этот автомобиль увезли бы на эвакуаторе. Для хозяина машины запрет на парковку прямо на остановке стал настоящим откровением. А перспектива вызволять свое авто со штрафстоянки по душе не пришлась. Из вашей машины хотели эвакуировать. Да ладно. Да, как вы к этому отнеслись бы? Был бы в шоке. Больше всех от действий недобросовестных автолюбителей страдают водители общественного транспорта. На вопрос, как вы к этому относитесь, без раздумий отвечают. Очень отрицательно. Мешают отъезжать от остановки. Не знал, не видел, не заметил. Главные аргументы водителей по части парковок. Однако владельцу «Лады Калины» такие доводы уже не помогут. В борьбе за соблюдение правил парковки сотрудники госавтоинспекции прибегают к различным методам. Со стороны госавтоинспекции постоянно проводится работа по выявлению данного вида нарушений. Ежедневно приборами фото-видеофиксации фиксируются такие нарушения. Так, с начала года уже более 6 тысяч нарушений выявлено. Теперь недобросовестного водителя ждет штраф, а также расходы на эвакуацию и штрафстоянку. Александра Панкратова, Денис Ромашов. День в событиях.